сас ва калара ахта тариф эт неге азырмы студияда мен Султан Естекаева чалышам хайырлы шамлар. Ең мұйым хавсызлықтыр Ахмеджит шәрі Героев Сталинграда соқағының сәкенлері дұрақ ері дініштірілгеніні беген мейлер. Джанкой районыны сүрек сенек, яне черкілер басты, олар не насыл көрешмелі. Ахмеджитті Абилимпикс адлы үшінде Қырым чемпионаты екінленді. Гүллер вальсы Никита Небатат бақшасында Аниневи гүлчечеклер сергісі ачылды. Петербург халқара иқтисадиет форумда Русия регионларының инвестицион иклимы бойынша нәтижелер чықарылды. Бұл сене Қырымда инвесторлар чалышмасы үшін юксек сәвиеде шарайтлер пейда олды. Регионымыз кечкен сенеге баққанда 16 позицияға юкселді. Лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская область. Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента федерального округа активизировать работу по привлечению частных капиталов и национальные проекты, и другие наши проекты развития. Бұндан ғайры Қырым елбасшысы ве Иркутск вилаятының губернаторы 2022 сенесіне же регионлар ішбірлігі девам еттірділер. Аңлашма Петербург халқара иқтисади форумы кетешатында имзаланды. Субъектлерінің реберлері бір сыра сааларда туризмден башлап, орман ходжылығына барғанчы ішбірлікте чалышаджақлар. Потенциал Иркутской области, промышленный потенциал колоссальный, очень много технологий, методик и так далее. То есть как бы мы все равно, как субъект Российской Федерации, самый молодой, то есть в данном случае всегда нуждаемся в применении лучших практик. И спасибо коллегам, они с нами делятся. Культурный обмен на широкую ногу поставлен. Уверен, что и товарные группы у нас сейчас включатся в этот процесс, поэтому динамика есть. Өзінев бетінді Иркутск вилаятының губернаторы Сергей Левченко қайдеткеніне көре Иркутск ве Қырым арасында ішбірлік енді чоқтан район ара сивиесінде алып барыла. Мы обмениваемся культурными делегациями, и наши театры приезжают, дают спектакли. Вот сейчас планируем, чтобы приехал музей Чехова к нам для того, чтобы отметить юбилей. Форум кетешатында Сергей Аксенов дәвлет шахси ортақлық инкишафы бойынша милли меркезінен аңлашма имзалады. Ишбірлік бюджеттен тыш параларны джелп етеджек ве джемиет инфраструктурасыны инкишаф етмеге ярдым етеджек. Үч ел, үч дақа ішінде Петербург халқара иқтисадиет форумында мақсус экранда Қырым көперінің құрыжылық технологиясыны көстерділер. Экран цилиндр шекілінде олғаны құрыжылыққа черчевреден бақмаға имкан берді. Үч дақа девамында үч ярым еллық құрыжылықны көстеріп олдылар. Кадрларда атты дельфинлер көріне оларның сайысы артты, чүнкі свайаларда яны ем базасы зоонпланктон пейда олды. Очень захватывающе, масштабно и как-то грандиозно настолько, что захватывает дух, когда ты смотришь. А если ты посмотрел видео и тебя уже пробрало до мурашек, что же и будет, когда ты просто проезжаешь уже? Это, конечно, невероятно. Очень-очень зрелищно, очень. После просмотра этого видео у меня появился пунктик проехаться по Крымскому мосту. И я советую вам сделать то же самое. Қырым көперінің интерактив тақдимнамесі форумның соңына қадар чалышаджақ құрыжылық кетешаты ақта олдуқча чоқ малюмат бермек бұйықтен бұйық лейханың вазифелерінден бірадыр. Көперінің сайтында ве ресми аккаунтларында фоторесімлер ве видеомальземелер не шырэтілі. Бұнен бірабер 3D роликлер, жанлы фотолар, инфографика, чешіт панорамалар ве мемори визуализация элементлерінен видеоларыны тапмаға мүмкін. Я сам с Кубани, вот, для нас это радостное событие, потому что приходилось в Крым на паромах, вот, очень, ну, было неудобно, некомфортно, плюс еще от погоды зависело, а сейчас в роли не играет, какая погода, вот, поэтому у нас даже вот наша родственница, она одна из первых ехала по этому Крымскому мосту, именно когда открыли для всех вообще транспорт, даже видео у нас такое есть. Ну, это очень важное событие для жителей как и Кубани, и Крыма, так и всей страны. Бүгін ярым адамызда Қырым Джумхуриеті Девлет Шурасының мебуслар сайлавы бойынша сайлав кампания ресми шекілде башланды. Иынның 7-сінде сайлав джерьяны ос ішіні башлай. Намзетлер қайд етіліп, керек весіқаларыны ве жетверлеріні теслім етеджеклер. Сайлав ноқталары азырлықларыны башлайджақлар. Видеонезарет камералары ерлештірілежек, гражданларының бұтын категориялары ечін, рей бермелері ечін, кейфиетлі шарайетлері яратылажақ. Девлет Шурасында 75 мебус мандат
мандаты сайланачак ве 25 бір мандатлы сайлав округлары тайынленечек. Сайлав нұқталарында рей бермек үчін электрон құтынын орнегі ерлештірлечек. О сайлав бюллетенлерінің Угренов комплексыдыр. О намзетіні қайдетте ве шахси базасына кірсетте. Рей беровның сонында эр бюллетен геанадан сайылмай техника озы азыр нәтижелеріні чықара. 27 территориальных избирательных комиссий, которые были также у нас сформированы в 2014 году. И участковые избирательные комиссии – это 1163 участковых комиссий, которые у нас работают на постоянной основе. Ну и традиционно планируется около 41 избирательного участка в местах временного пребывания граждан. Это больницы, это следственный изолятор наш и уже, как показала практика на выборах президента, это наш международный аэропорт Симферополь, в котором тоже планируется на день выборов образовать избирательный участок в местах временного пребывания граждан. Уч ярым бин гектар гаджи кунайлян арпан ногут севзеват ве картоп сачылган ерлер июнын дортынде Крымда яған бурчақтан зарар корды. Бу ярым аданын джемы кой хожалық ерлерінден тахминин 6%-дыр. Бу ақта Крым кой хожалық ихтисалжылары корген зарарны сайған яны идари ара комиссиясы хабер этті. Комиссияға кой хожалық везірлігінін МЧС идаресынын ве Ахмеджит район мемуриетінін векілері кірділер. Мемурлар айтқанына коре шымды бутун зарарны сайып чықмақ ағыр, чүнке йоллар ве тарлыларны су басқаны себебінден ярымаданын кемер регионларына етіп бармақ қиын. Көй хожалық везірі Ахмеджитіміздеки Қықрымский элеватор адлы Джимхури мүйсесінің хадимлері Қарысу базар, Ислямтерек ве Құрман районларында бұрчақтан бенге яқын гектар бақчаны құртарғанларыны қошты. Крым ярымадасында ава бузылды, шедетлі ел ве көчлі яғмурлар базы ерлерде бұрчақ яғды. Меркези йоларыны су басқаны себебінден эркес шашмала яғмур суларының ақымлары арекетіні тоқтатты. Иштимай ағыларда ава вазиетнен бағлы адеселер ақта оларының шаатлары хабер етелер. Базы ерлерде су севиесі ярым метрден зияде көтерілді. Джанкой районыны сөйрі сенек, яни чиркілер басты. Олар о қадар чоқки ерлі сәкенлер атты евлерінден чықып оламайлар. Алимлер айтқанына көре бу яғмурлар яғанынен бағылы. Сөйрі сенеклер үчін бу пек яқшы шарайыттыр. Инсанлар не япмалы? Бізі мұхберіміз Сафия Шукурова бу меселені аңламаға тұрышты. Букичик чиркелер сакинлерны номеруну фейлакетке чевердейлер сахланмахнын чаре йох. Сыджах келгенеен адамлар бу бочеклернен чекишелер. Тучи такие летают. На детей аллергия страшная напала вообще. Вечером не выйти. Мы спасаем. Ну вот всякие дезодоранты эти, но ненадолго действуют. Там, ну полчаса и все. И не знаю, а чем скотину спасать вообще невозможно. Они, вся скотина в этих комарах все покусаны. Ни полевые условия, ни трактора, ни авиа, ничего не работает, ничего не ведется. Чиркелернің доғангері Сиваш Голидар бұй еркөйден 1-5 километр ұзақлығында. Вот видите, вот, гады. Их надо прыскать, их надо уничтожать. Диляра Махмудова Джанкой районун бай онлар көйінде 30 елдан зияде яшай. Хадын хатырлағынына көре, велері чиркелерге харшы көреште хыз бөжеклері ярдым етейді. Специально выращивали стрекоз, и вот эти стрекозы, этих комаров ели. Но сейчас их нет. К нам никто не может приехать за этих комаров, кто далеко в городах живут. Они как приедут, начинают так чесаться. Уже мы им и кремы даем, и мази даем, что только не делаем. Ничего не помогает. Мы прячемся целый день, мы даже не знаем, когда нам выходить работать. У нас же огороды, нам надо кормить семью. Джан яхачи чиркелер, эрбір атлықны бозмақ мүмкінлер. Я статилерні балалар эвде кечірмеге мечбурлар тек сирек, эл ескен күнлерде азбарда сахланалар. Вот ножки все, смотрите, все покусанные ножки, лицо. С рук не слазит потом дома и капризничает, и спать не хочет. Не знаем, что делать уже. Не погулять выйти нельзя с ребенком, воздухом подышать. Вот сидим дома. Это не дело. Целыми днями дети почти дома сидят, когда у них каникулы летние. Вот отпускаем детей, вот видите, вот такие вот сразу. Это они за ночь, получается, они уже более-менее адаптировались. А чужой ребенок у меня вот сестра с Бахсарая приезжает, это невозможно. Потому что там климат другой, комаров нету. А тут дети уже более-менее такое, как вам сказать, уже организм уже перебаривает, иммунитет как-то этот.
Валдыри сильно такого нету, но все-таки комары им покоя не дают детям. Сакинлер де фаларжа койш урасына мурачат этып, файдасыны кормеделер. Черкелер басханы Ахтар район мемориетінде хабарлары бар. Бұлі вазиет бүтін мемлекетте юз береп деген фікіріні маначих этып, оны хорхунчылы деп саймайлар. Кешкен сене черкелер Воронеж, Швета, Гандрок шерлеріні басты. Авескер видеолары тажиплендіре. Шымдыджанкой районында вазиет стап оқадар хорхунчылы дегі лямасакенлер меселені огыны алмақ үчін әрекет етелер. Будем проводить дополнительные мероприятия по обработке, то есть оставим лагу известно, что есть жалобы поступаются. Но в администрацию района жалобы не поступали, и от залтийских поселений жалобы не поступали. Но сейчас дополнительно проинформируем, что провели дополнительную обработку. И сегодня было совещание с сельхозтоваропроизводителями предуборочно, на котором мы осветили вопрос, чтобы они провели тоже также дополнительную обработку от комаров. Бүтін жүмкөретте черкелерге харшы күреш алып барылап. Буақта Роспотребнадзор муэсесесі хабер әтті. Мақсус қызметлер апрель айындан башлап, октябрге қадар озенлеріні ресмелештірелер де андаки черке құртшықларыны огренелер. Малярия хасалығыны дархатхан черкелер олса, оларына аман йоқ өтмеге тұрышалар. Комары и москиты переносят такие заболевания, как малярия, лихорадка западного Нила, лихорадка Зика, лишманиоз, там фимлиолеризы разные. Ну, к счастью, у нас как бы не так уж распространены эти заболевания, но тем не менее у нас имеются те виды комаров, которые переносят эти заболевания, и при наличии источника инфекции возможен их перенос. В результате этого и проводится вот эта работа, направленная именно на уничтожение переносчиков. Черкелердің ұмайлығында хорчалылмақ үчін мутехасыслар файда берген васталарны қолланмаға тепсие етелер. Беденден ғайры урбаларны да илі жыламақ керек. Маскит чілтелеріні қолланған вақыт оларны да сүртмеге ұнутманыз. Сафи Шукурова, Герай Абдулаев, Миллет үчін. Хавсызлық бірінжен нәвбетті Ахмеджит шерінде герой Сталинграда соқағының сәкенлері дұрақ ері дініштірілгеніне қаршы чықалар. Шер мемориетінің бойлы қарары онайсызлық яратты. Бұл вазиетіні бізім мұхберіміз огренді. Арекет кергін халабалық вақыты машиналар бір-бір артындан келе. Ерлі сәкенлер ісе ачығланалар. Әвел бұ ерде автобус дұрағы тұрайды. Бір айвелсі оны алып ташыладылары де хора ерліштірділер. Сема на сема не такси остановить ничего. Сейчас вот как загородили площадку. Как вот выйти с автобуса, загородили там... Эльвина Муртазаева чоқ балалы ана тамам бұ ерде о балаларыны мектепке озғара. Веузеуді бір яшлық баласы мен мында кезіне. Эвлетларының қапсызлығы ақта қасеветлінгеніні айта. Я их спокойно могла отпустить. Они приезжали с дома, переходили дорогу, ну, рассаживались и уезжали. А теперь, с сегодняшнего дня, ну, как бы это будет большой проблемой. Я буду волноваться, потому что здесь, как, тут столько машин, да, транспортная развязка. Вообще, вот здесь очень стало неудобно и небезопасно для наших детей. Те, кто это делает, это, по всей видимости, они не пользуются общественным транспортом. По-другому это не дано. И вот, вот как бы мы раньше обращались... В горисполком. Они говорят, что здесь не должно быть этого заезда, то есть является нарушением. Энді шер маршруткалары 20 метр кечіп, Максус и шарет түбінде тоқтайлар. Яны дұрақ да ерлештірілгені йоқ. Қораны коммуналь қызмет ерлештірді. Николаевка тарафқа кеткен маршрутларының айдавчылары бұл қарарға қол туталар. Пробка создается прямо на перекрестке. Посмотрите, сколько 25 метров должен быть остановка, минимум 25 метров от пешеход по правилам. Потому что коммунальщики правильно сделали. Они поставили правильно ограждение. Понимаете, сколько здесь уже аварийных обстановок. Ерлі таксиджилері сен вазиетке башқа жақыметке селер. Оларның фікірінде бұл қарар адамларға онайсызлық кетірді. Тижари меркезге ятып бармақның чәресі йоқ. Эти тарафтан машиналар чыға. Убедительная просьба такая, чтобы либо это вернуть, либо облагородить, либо сделать для того, чтобы основная масса людей, которые любят наше Черное море, хочет дождаться своего отпуска и приехать спокойно, без всяких передряг, в целях безопасности. Вот. Башындан ерлі сәкенлер районы абадлаштырмақ мақсадынен шер мемориетіне мұрагат еттілер. Ама кемиет векелері тарафындан қабыл еттілген қарар оларға уймай. Остановки просто так не ставятся, да, то есть полностью размещение знаков, они все регулированы специально, да, схема организации дорожного движения, она разрабатывается, утверждается специализированными предприятиями с учетом всех норм, там, кроме правил дорожного движения, да, там различные еще там нормативные акции используются.
Бучарелер адамларның хавсызлығы ве ел арекетнің қайделеріні реайет әтілмесі үчін бақыла. Сафия Шукурова, Севилия Меметова, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Иынның едісінде Геджи Ахмеджет Кезлев елінің бірінжей әніш елінда арекет сынырланаджақ. Бұй ел қысмында асфальтобетонның юқары қаты төшіледжек. Ялта тарафындан Ава лиманына ве Кезлев тарафқа келген нақлиет бірінжей әніш елны кечіп, ерлештірілген көстерілгечілерге көре айлян мақ керек. Нақлиет везірлігі арекет ішіракчелеріне мұраджат әте ве ел арекет ішіретлеріне ве схемасына диққат айырмаға реджайты. Байтақта 45 тазе отыртылған фиданларына қырсызладылар. Бұ вақши Одессе Гагарин Раатлық бақшасында юз берді. Бұ тереклеріні кім вене үшін қырсызлады? Жевапны Наджия Исаева қыдырды. Бұ қадар бұй қырсызлық Гагарин Раатлық бақшасында да олмаған еді. Бергісіз адамлар 42 дане ине япрақлы фиданы қырсызладылар. Бұ ардыч, туя, нарат ве рододендрон кібі әр вақыт ешір олған чалылар. Олар 2 ел әвелсі сачылған еді. Для нас это достаточно больная ситуация. Почему? Потому что все эти растения, которые я перечислил, они были порядка 2 лет тому назад высажены, прижились. В них было много вложено времени, труда, ресурса, денег, любви, заботы. И, к сожалению, их похитили. Бұ әмшер инфраструктурасына әмшерлерінің сағылығына кетірілген зарардыр. Чүнке тереклер бұ мескен ноқта экологиясының қысмы. Олар ярдымынен инсанлар теміз аванен нефес алалар. Бұ таби фильтр. О атмосфераны зарарлы шелерден темізлей. Это просто портит природу, поэтому экология страдает. Против этого. Экология очень страдает. Да. Может, кому-то просто было холодно, отопить надо было что-нибудь. Я сомневаюсь, что вас при вашей погоде кому-то надо что-то красть. Они вырабатывают органические вещества. И гуляя здесь, вы становитесь здоровее. Соңғы вақыт шер кумбаларында чечеклер қырсызланылуы сық-сық раст келем. Қырым пайтақтың чешет ратлық бақшаларында арасыра ешір өсімліктер жоқ ола. Предпринимались попытки. Вот буквально недавно на Тренево мы, не могу сказать, что приостановили. Мы обнаружили, что была попытка хищения, растение было выкопано, но кто-то испугнул вора. Но опять же, это была какая-то такая единичная акция, и точно не 40 растений планировали вынести. Бақшаның чевресінде камералар еріштірілген. Малымат енді ұқық қорчалай жорғанларға еланылды. В настоящее время сотрудниками УМВД России по городу Симферополю проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству. Бір кечеде бақшаға 100 бин рублелік зарар кетірілді. Раатлық бақшаның мудирі айтқанына көре, қырсызлар тәжірибелі команда оларақ чалышқанлар. Более инсансыз граждандар мұтлаққа жазаланмақ керек. Наджия Исаева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Бүгін Миллет телеканалында «Алтын Несіл» адлы ярыштың ғалиплері тақдирленді. Мұқадес Рамазан айы девамында балалар дин мевзусында шиырлер, ерлар ве Қорандан алынған сурелеріні огреніп, Ватан Седасы радиосының муарериетіне йолладылар. Иштіракчелер арасында 4 яшындан 14 яшына же балачықлар олды. Ең яқшыларыны қиметлі бақшышларнен тақдирледілер. Тафсилатлы малюмат левхамызда. Мусульманлар үчін мұқадес жұма күні Миллет телеканалында байрам мұйты. Алтын Несіл діни конкурсының нәтижелері шығарылжақ заман. Қалебені қазанажақ. Ант еткенмен. Ярыш бұтын Рамазан айында девам етті. 30-дан зияде бала іштірак етмеге істек білдірді. 4 яштан 15 яшқа же балалар әзберден оқылған шырлеріні, ләхілеріні, аудио ве видео шекілде языларыны Ватан Седасы радиосына йолладылар. Кештені біз пек қуанамыз, не вақыт бізге болып балачықларымыз ос шиырлеріні, иләхилеріні, яда Құран-ы Керімдің дуаларын оқып бізге йолладылар. Біздің балачықларымыз әр сене, яғни әр бір, әр ел бізге телефон ашып, яғни бізден бақланалар, бізге йоллайлар. Ярыш нәтижесінде Милли телеканалының мақсус комиссиясы ғалипны сайлады. Бұ 4 яшлы Найли Халилова олды. О, ән қиметлі бақшышны алды. Бұ мұқадес Құран кітабыдыр. О, комиссия азаларыны шашыртты. Бұ яшта олып, қысшық мұқадес кітапның бұр сүресіні әзберледі. Аузы білайын, шитон еруджин, бісмилай, рахман, рахим. Лагузу брови фалак меншари махалак ва меншари на фасаци филухат ва меншари на фасаци филухат.
Машалла. Ватан седасы радиосының хадимлері ичбір иштракчының жанына ағыр тұрмадылар. Тантаналы тедбірге истеген адам келе білді. Балалар мукафатларына алып, байрам мүйтіне толысынен далдылар. Мы ежегодно на все знаковые события проводим конкурсы среди детей с целью поддержания именно подрастающего поколения. Мы стараемся их поддержать ценными подарками, стимулировать их к изучению родного языка. Это работа системная, приходящая из года в год. И мы будем продолжать эту работу. Естественно, нам в этом помогает и депутат Государственной Думы Руслан Исмаилович Бальбек. Более ярыш екінші кере кечірілі. Радио хадимлері бұ ажай падетіні дивам етірмек ниетінделер. Иштракшілер сайсы ел-елдан арта. Еланылған аудио-видео малюматларының эпсы тез заманда Ватан Седасы радиосының ичтемайы ағларында басылачақ. Нәжей Саева, Санаби Булаев, Виталий Голубев, Милет үчін. Ахмеджетте Обилимпикс адлы 3-й Крым чемпионаты екунленді. Ярыш сақат ве имкенлары сынырлы олған инсанлар үчін тешкіл етілген. Крым ғаліплері бұтын Русия Обилимпикс ярышына Москва шеріне ел алачақ. Оларнен бізі мұхбіріміз субетлешті. Конкурс иштирахчилеры ер-ерине отуралар, базылары тасавурларнен пайлашалар, базылары исе ийжанлана. Бүгін Обилимпикс Крым чемпионатынын соңки куна. Ярышның серлевасы олимпиада ве имкен сөзлері хошулығы нетижесінде пейда олды. Сахатлар үчін кечірілген профессионал усталық конкурсыны Қырымда енді 3-й сефер кече. Ахмеджеттегі дизайн ве қызмет Костеров колледжінің тедбірлер залында 100-ден зияды іштирақ ве эксперт топланды. Охуф юрты Қырымда Обилимпикс әрекетінің регионал меркезі статусына наил. В этом году у нас приняли участие 28 образовательных учреждений из всех регионов республики. Тешкілетшілар 12 номинацияда мукафатларыны дарқаттылар. Мектеп тәлбелері Крым чемпионатында ашадаки мутахасыслар бойынша ілік сефер іштирах етелер. Я пока учусь еще в школе, заканчиваю 9 класс. Просто пришла поучаствовать, не рассчитывала на какую-либо победу, но получилось так, что заняла 2-е место. Обилимпикс адлы Крым чемпионатының іштирахчысы конкурста яны номинация пейда олғанына ақтап білген сон іштирах етмеге қарар берді. Метанына шекіл бойынша бұтын шарайетлеріні реайет етіп, оны редакторлерімеге керек еді. Текст был про Пушкина, о его жизни, как у него жизнь проходила. Конкурс мне показал, как можно эффективнее обрабатывать текст, там, не допускать никаких ошибок. Ахмеджет колледжінде бера-берлікті оху, ярышта ілік сефер іштирах еті. 3 саат ішінде осач алып бояламақ керек еді. Уста бірінші кере манекен еріне адам сачынен іш көрді. Я хочу в дальнейшем открыть свой салон, чтобы люди приходили и уходили оттуда счастливыми. Обилимпикс адлы 3-й Крым чемпионатының эрзенат бойынша ғаліплері бұ елінің ноябрь айында Москва шәріндегі мили чемпионатында Крым Джимхуриетінің тағдим етеджеклер. Руслан Минаев, Мухаммед Зикиряев, Герай Абдулаев, Милет үчін. Гүллер вальсы Никита Небатат бақчасында Аня Неви гүл чечеклерінің сергісі ачылды. Бақчаның территориясында бұ гүллерінің яны чешітлері 200 елдан берілі чықаралар. Бұ сене экспозицияны Фринг чешітлері яраштырды. Бізі мұхбіріміз Фатиме Сейдаметова селекционер Зинаида Клименконен конушты. Тар елчықлар бойы кеткен вақытта Зинаида Клименко севімлі гүл чечеклерінің қоқысынен нефес ала. Оның әжідатлары да селекционер еді. Оның бұл чечеке олған севгісіні анасы ашлағандыр. Вот это ее клементина. Посмотри, какое великолепное строение. Вот она как раз получила в Италии вот этот почетный диплом. Гүңгіліне хош келгені шыны Зинаида Клименко өмір арқадашынен девам әтті оларының қаралығы сюрприз пестра фантазия ве клементина адлы айлевей гүл чешітлері дүния жібелі олды. Моих сортов тоже, ну, в общем, где-то около 50. У мамы около 50, у меня с мужем, значит, вместе около 50. Селекционер гүлер чешітлеріне 60 яшлық өмірні бағышлады. О, өзі шыны жандан севеве девам етем. Очень интересное скрещивание в основном с дикорастущими видами. Но вот виды,
которые передают какие-то очень важные признаки. Бучичи кострюлеванде ингагары гуль кокусны сакламахтыр. Эпсы чешетлерден тек 20 файзында бу кейфиет бар. Может пахнуть яблоком и цитрусовые тона. А иногда это все бывает в оттенках. Очень интересно. Бүгін Никита Небатат бақчасының коллекциясында гулярның бенгден зияды чешеті бар бұса де чалы ормеве штам чешетлері дар. Эти, чтобы было приятно человеку подойти и понюхать, они делаются на уровне метра прививка, и тут поднимается штамп. Но у нас есть так называемые каскадные розы, да? То есть мы плетистые розы на 2 метра прививаем там, и они потом начинают спускаться. Это такие ковры, это так красиво. Алимлер, якын якай узел девамында юзден зияды ерле гул чешетыны чықардылар. Уларының чоқысы башқа Небатат бақчаларына еланыла. У меня некоторые сорта районированы по Сибири. Но их там укрывают и все такое. Вот. И в другие ботанические сады я оттуда знаю, как они себя ведут в тех условиях. У нас с ними договора, и они сообщают нам о поведении наших сортов в их условиях. Бүгін Зинаида Клименко, профессор биологии ілімлер доктора, Никита Небатат бақчасындағы лабораторияның бас ғылыми хадима. Оның ішіні көзетмек үшін чешет ерлерден туристлер де келелер. Особенно понравились чайные розы. При входе здесь была роза чайная, гибридная, фламинго. Очень красивая, крупная, пахнет нежно. Мне вот красные повалились. Все нравятся мне розы, конечно, безусловно. Туристлер хадимлерге сық алда қара гүл көстермелерін риджайт елер. Осенью почти все темно-красные розы становятся как черно-красные, да? Но полностью черной розы, конечно, нет. Это все так же, как и голубой. 2019 жылы гүлер вальсы адлы сергіні Яңы Фрэнк селекцияның экспозициясы яраштырды. Бақча хадимлері яңы тұтқығатларға азырланалар, венетіжелерінді яңы гүлзарда тағдим етілежек. Фатиме Сейдаметова, Эрвин Эмиралиев, Милет үчін. Бұда қаға бұ епісі хабарлер, ярын нетежеве хабарлер авта яйынымызна қатшырманы студияда сіз үчін Султан Еситакаева чалышты. Қайрылы ақшамлар.